Перед мікрофоном Наталка Мовчан. Доброго дня. Сьогодні програма «Інклюзивний світ» вирушила в гості до харківського рок-музиканта Сергія Ковальова. Сергій незрячий від народження, але це не завадило йому навчитися грі на декількох музичних інструментах. Він мультиінструменталіст, віртуозно грає на баяні, акордеоні, фортепіано. Свого часу самостійно опанував техніку гри на губній гармошці. Отже, вирушаємо. Вітаю вас, Сергій. Доброго дня, Наталю. Доброго дня всім слухачам. Я відразу перехожу на ти, оскільки ми знайомі дуже давно. Ти давній хороший друг обласного радіо. Тобто я дозволю собі таку свободу спілкуватися з тобою на ти. Приводом для нашої з тобою зустрічі – це твоя участь у фестивалі «Тавале», так? Так. Ось, власне, давай від цього, напевно, і стартуємо. Розкажи, будь ласка, як це взагалі відбувається і кого збирає цей фестиваль? Фестиваль «Тавале» – это фестиваль психологии и эзотерики. Там участвуют много тренеров, мастеров на самые различные темы. Там и раскрытие личности, и самопознание, и по теме чакр, и по теме йоги, карты Таро, и очень много чего такого интересного и разного. Также там выступают музыканты, известные музыканты в нашем городе. Так получилось, что территория фестиваля «Тавале» стала для меня родной. Поначалу были какие-то вопросы, было какое-то там общественное мнение, что вот, а ты знаешь, кто там, а ты знаешь, куда ты пошел, а ты знаешь, что это. Ну, все абсолютно хорошо, и как говорит организатор фестиваля Татьяна Путятина, что самое главное для меня – это ваша безопасность. И я могу подписаться под тем, что все абсолютно безопасно, абсолютно вменяемо, и народ очень отзывчивый, и зрители, и тренеры. И мне очень комфортно выступать на этом фестивале. Ведется видеосъемка, это все потом выкладывается в YouTube, и эти видео потом пополняют мою коллекцию. Прозвучала фраза – це відкриття особистості. Що для тебе цей фестиваль, що він для тебе корисного зробив? Окрім того, що виступаєш ти як музикант. Я іноді посещаю некоторые мастер-класи, это правда. Но самое интересное для меня – это общение с людьми, общение с волонтерами, общение с, ну, с теми же психологами, может быть, за рамками мастер-класса. И то, что для меня – это, конечно же, очередная возможность выступить. Выступить перед публикой, которая готова воспринять самую разную музыку, и сложную, и провокационную, и, может быть, даже легковесную. То есть, где вот та территория, где я пришел и делаю все, что хочу. У меня нет никаких рамок. Рамки – это только совесть. Так, в общем-то, приходишь и делаешь что все то, что безопасно, все то, что никоим образом не оскорбляет, не обижает людей. Хотя в моем случае без провокаций это просто невозможно. Про что идете? Ну, какие-то такие темочки между строк. Например, песня «Горилла». У меня спрашивают, вот про что песня «Горилла»? Я говорю, ну, «Горилла» про то, что «Горилла». Про то, что я «Горилла», ты «Горилла». А как к этому относиться? То ли это плохо, что люди себя ведут как обезьяны, то ли это хорошо, что мы все едины с природой, мы все как бы имеем какие-то общие такие инстинкты. Да, то есть тут каждый видит все, что он хочет, что ему понятнее. Взагалі, чего вымагают? Есть какие-то заспевают ось цю песню, або цю песню? Вплоть до того, что я прихожу, например, на волонтерскую кухню, а меня спрашивают, а «Горилла» будет? Уже запомнили эту песню, и вообще песня «Горилла» впервые прозвучала на фестивале «Тавале». Это вот такой уже получается даже как рекламный ход некий. И «Горилла», ну чаще всего я стараюсь ее петь. Не всегда, но чаще всего я ее пою. А по поводу импровизации, тут такая тема, что я увидел аналогию определенную в том, что я с психологами как бы работаю на одной территории. Но мы делаем немножко разное, но об одном, тем же смыслом. То есть это импровизация как способ раскрепощения и убирания блоков, убирания страхов, потому что страх – это то, что нам мешает и импровизировать, и вообще жить, импровизировать в жизни, то есть принимать самостоятельные решения. Дело в том, что мне самому очень долго пришлось, долго и настойчиво работать над собой, чтобы принять себя таким, какой я есть, убрать свои страхи и в итоге дать своим ученикам то, чего в свое время не хватало мне. Любое выступление для меня является важным. Даже если пришел только один человек или два, я с ними работаю так же, как это было бы с 10 человеками. Ну, власне, за таким законом живут все справжні артисты. Навіть якщо в глядацькій залі є одна людина, все одно для неї роблять виступ, ставлять спектакль, показують його, демонструють. Власне, це нормальна практика. Поговоримо про майстер-клас.
класи. Так, з удовольствием. З появою інтернету, з появою веб-камер, з'явилася можливість і виставляти свої відеоматеріали в інтернет. Але я знаю, що це не початок. Початок був набагато раніше, коли люди приходили, вони хотіли навчитися, на який інструмент йдуть? Фортепіано, акордеон, губна гармошка? В плані індивідуальних уроків перше місце займає губна гармошка. А потім уже все остальное. Баяніст у мене один був за все время. На двухрядной гармошке еще были, была пара учеников, и по фортепиано тоже были. Но все-таки лидирует губная гармошка, а мастер-классы я провожу на баяне, поскольку, во-первых, это инструмент, это моя специальность. Ну и плюс то, что баян компактный, его можно свободно переносить. Посему баян, он удобен во всех отношениях. Плюс люди, когда узнают, что баян, у них сразу ассоциации, что это как бы некий, с позволения сказать, русский народный инструмент, на котором звучит только там какая-нибудь барыня или репертуар Полиграфа Полиграфыча. Да? И когда я говорю, что, господа, баян – это клавишно-духовой инструмент, это разновидность органа, это разновидность синтезатора, и я его использую именно так. И когда уже проходит концерт или мастер-класс, и люди действительно убеждаются и говорят, перевернули наше представление об этом инструменте, поскольку вот мы думали, что баян может только вот так, а что оказывается можно его такие звуки извлекать, что мы даже не догадывались, даже не предполагали. Ну, значит, среди глядачів на майстер-класах це музиканти чи це не музиканти? Це просто, ну, так би мовити, випадкові глядачі. А бывает по-всякому, бывают и музыканты, но чаще всего для меня лично наиболее ценны в данном случае, в случае мастер-класса по импровизации, те, кто считает, что медведь на ухо наступил. Те, кто не имели ни малейшего отношения к музыке, и вот они как раз, это самая благодатная публика. И именно те, на кого это все рассчитано, и с кем мы прорабатываем вот эти блоки, то есть человек нажимает там несколько кнопочек, которые я ему показываю. Я в это время правой рукой играю свои импровизации, и вместе у нас получается музыка. То есть с каких-то первых нажатий в игровой форме, как с детьми. Моя методика заключается в том, как я говорю, найти в себе жабры, чтобы научиться говорить. Надо, то есть, найти некую такую общую точку, с которой начиналась музыка всего мира, и получить вот это самое ощущение, как ребенок первое слово говорит «мама». Вот найти вот эту точку и показать человеку, что музыка – это классно, это вкусно, это не тягомотина, это не занудство, это игра такая, это поток. И потом уже, когда убираем вот эти страхи, потом на вот эту уже базу, на вот эту свободу можно потихоньку нанизывать теорию, гармонию, ноты, практику, и тогда уже это все будет иметь пользу. А можно попросить влаштувати мини-мастер-класс уже зараз? Конечно. Отже, я запрошую до инструменту композитора, импровизатора, номинанта на премию Греммі в жанре музыки для кино Наталку Мовчан. Це мене? Так, так. Ну, дякую, стільки я... було всього сказано. Добре, ну, я дуже готова. Дуже радий заграти в дуеті з таким знаним композитором. Отже, дякую. Так, тисни ось, от ця кнопочка з ямкою – це до, а оце у нас буде соль. Добре. Одночасно дві тиснемо. Ага, тиснемо. Це квінта, це у нас бордонний звук. Ага. Просто тисни. Окей, так. Не дотягнула, не дотисла. Браво! Спасибі, Сергій, спасибі. А я знаю, що є такі фокуси якісь. Ти вмієш грати на баяні і в якихось суперрукавичках, і навіть чомусь в шапці. Що це таке? Навіщо це потрібно? Це просто тренування, щоб ти не замерзли руки на морозі? Это була интересна історія. Так. Значит, когда-то что-то, не помню даже с кем-то я спорил, то ли про телевизор, то ли что-то в включенном-выключенном свете, и мне сказали, ну вот если тебе забинтовать пальцы, ты вот сможешь читать или играть, ну вот так вот и нам, вот нам нужен вот этот там свет или что там, вот сможешь ты с забинтованными пальцами? И мне стало интересно, а ну-ка, а тем более там, когда говорят, вот там завяжите глаза и попробуйте, ну
а что если я попробую? Ведь все остальное у меня, я пользуюсь осязанием, пользуюсь слухом. А что если мне немножко заблокировать и эти чувства и посмотреть, как работают вообще человеческие возможности и моторно-двигательная память? И я так и сделал. И попробовал поиграть в перчатках. И у меня получилось. Интересно то, что чувство клавиатуры, оно остается. То есть нет ощущения самих клавиш, нет ощущения гладкости, но сами как бы такие бугорочки, три ряда, они ощутимы. Але складність цьому є? Есть, но больше сложность в том, что пальцы немножко скованы за счет того, что как бы перчатки стесняют. Я хочу что сказать, если полагаться на моторно-двигательную память, она не подводит. И музыкальный слух – это умственная способность, это способность различать соотношение разных звуков и соотношение аккордов, как один аккорд соотносится с другим. Вот это и есть музыкальный слух. Отличить, что вот, если это до, а вот это на вот этом расстоянии ре, ми, фа, и найти нужную ноту, найти нужный аккорд. То есть я считаю, я пришел к такому выводу, что это мыслительная способность. И слух физический, он, конечно, имеет к этому отношение. Но, скажем, если нота ля прозвучала очень громко, на средней громкости или очень тихо, она остается той же нотой ля. То есть из этого следует, что можно играть и с закрытыми руками, не знаю, забинтованными или в перчатках, и с закрытыми ушами. Навіть не чуючи, що. Да. Даже с немножко приглушенным слухом, все равно можно, способности они не теряются. А такий фокус можно проробити тільки на конкретному інструменті, на конкретній моделі конкретного баяну, тобі знайомого, або на будь-якому іншому баяні. Але ж руки звикли до відчуття конкретних клавіш. Якщо це буде інший баян. Ну, це буде чуть-чуть складніше, поскольку клавіатура може бути одна, чуть-чуть вище, друга, чуть-чуть більш утоплена, так називаємо утопленник в народі, от як італійські і германські вельтмейстери, кнопочні акордіони. Тобто, це немножко, да, ускладнює задачу, но в основному все-таки розположення самої клавіатури і вот это чувство трех рядов, оно никуда не исчезает, даже с закрытыми руками. И приглушенный звук, он остается, он сохраняет все свои свойства, и поэтому это все реально. Конечно, я не говорю конечной цели. Поскольку в рамках данной передачи мы можем это сделать. Так, обыскал. Люди, которые это видели, и не дай бог, если кто-то будет терять зрение, то этот человек мои перчаточки вспомнит. Мало того, как спрашивают, а как вы играете, не видя клавишей? Можно играть, не видя клавишей, не чувствуя клавишей и не совсем слыша эти самые звуки. То есть на самом деле человек привыкает ко всему и привыкает пользоваться тем минимумом, который у него остается. И те, кто это уже видел, они уже не скажут, что они этого не видели. Но поскольку моя цель какая? У меня одна девушка из театральных кругов спрашивала, Сергей, а почему вы не играете серьезную музыку? Я говорю, у меня несерьезной музыки нет. Просто под маркой вот этого стёба, под маркой вот этого юмора я протаскиваю смысл капельками маленькими, ведь в моем стёбе можно услышать и всеми хвостами у меня там торчат Beatles, Иисус Христос Суперстар, Led Zeppelin, Queen, Тухманов, Аракс, это все слышно. Я если говорю, что вот я воспитывался на вот такой музыке, то это заметно. То есть это мои учебники, и я сам хочу что-то делать, опираясь на то, как это делали мои наставники. По моему мнению, лучшая музыка была написана, конечно, 66-77 год. Но вот где-то я черпаю вдохновение именно из музыки этого периода. Конечно же, приемы аранжировки, гармонии, приемы развития мелодии, варьирования. То есть это все, как говорится, даром не пропадает. И также с этими перчатками. То есть я показываю как будто бы смешной фокус. Это смешно, это звучит, выглядит так дивакувато. Типа, а что это он удумал? Но люди потом в нужное время они это вспомнят. Я перепрошую, але я, напевно, проведу паралелі на цих виступах, ну, із такою клоунадою в цирку. Оскільки людина, яка є клоуном, має досконало виконувати абсолютно всі трюки, чи то акробатика, чи то фокуси. І це робити на такому віртуозному рівні, щоб глядач
дивився, думав про те, що це смішно, легко. Тобто ось цю майстерність довести до дуже високого рівня. Іменно так, і зритель не должен видіти наших труднощів. Всі труднощі треба оставляти вдома. Ти згадав слово труднощі, я хотіла продовжити і на цю тему поговорити. Як складно людині з серйозним порушенням зору і взагалі незрячій людині знайти собі площадку для ось такої демонстрації своїх, в даному випадку, музичних талантів. І як легко йдуть на такі контакти, ну, власники таких ось сценічних майданчиків. Чи відкриті ці площадки для людей незрячих, наприклад? Спасибо за хороший вопрос. Дело в том, что сейчас на самом деле все обстоит намного-намного легче. Сейчас не обязательно петь в метро. В общем-то, каждый делает выбор сам, где он будет петь. Он поет в метро, и где там смешивают музыканта с попрошайкой, но это отдельная тема. Сейчас можно позвонить, скажем так, в известное заведение. Все-таки сцена – это уже определенный статус. Это же все-таки артист, на которого пришла публика, не пришла, но у меня есть возможность в любое время позвонить сейчас в любое заведение и сказать, что я хочу у вас организовать свой концерт. А сразу вопрос, вы публику соберете? Говорю, ну что ж, я буду собирать, я постараюсь. То есть дело в том, что в советское время это было практически невозможно. Да, была очень сильно развита вот эта вот утосовская вся деятельность. Это были довольно богатые и крепкие структуры. УТОС, ВОС, ну, соответственно, там Украинское, Всероссийское товарищество слепых. Была развита самодеятельность, но за рамки этой самодеятельности никуда не выпускали. Были межутосовские шахматные соревнования, межутосовские конкурсы самодеятельности, хоры, вокально-инструментальные ансамбли, баянисты, все кто угодно, но только в рамках вот этой субкультуры. Сейчас же эти структуры, они уже, так бы могут и лоджевриють. И человеку, который имеет творческие амбиции, который чего-то хочет в своей жизни, ему намного легче. Тот же, кто все-таки говорит «моя жизнь в моих руках», имеет больше возможностей. И вот сейчас сколько в одном нашем Харькове, сколько музыкантов незрячих, то есть также Рома Голобарда, гитарист очень-очень вкусный, очень вообще молодчага, креативный такой человек. Есть наши ребята Ваня Мохи с Геной Суменковым, да, «Джаз в темноте». Есть тот же Олежа Каратаев со своей студией. То есть все, кто что-то хотят делать, они это делают. То есть я написал песню, у мене є можливість з цією пісні виступити іменно на сцені, а не тільки в метро. Повертаючись до теми сміливості, до теми «Все в твоїх руках», я піддивилася на Фейсбук і дивлюсь, там написано, що майстер-клас відбувся 14 квітня, так? Переддень шестиріччя мого парашутного стрибка. Я із заздрістю навіть дізналася про таку витівку сміливу. Завжди мріяла, але не наважилася. На жаль. Але сподіваюся, що у мене попереду ще 200 років життя, мені це вдасться. Як відбувся цей стрибок з парашутом? Які були враження? Ось хотілося почути про це. Ну, це чудесним образом так впливає музика. Я со своим учеником и его отцом пошли мы на концерт моего любимого рок-музыканта Федора Чистякова в один из наших клубов. И что-то там начали «привет-привет», то есть «как у тебя», а мы вот, я говорю, да у меня вот это, я тут книги читаю, а мы с парашютом прыгнули. А я говорю, чей себе прыгнуть? Отец Дима моего ученика говорит, а что, давай, да это договориться можно. Ну, посмеялись, я вроде пошутил, думаю, ну, потом понадеялся, что это все забудется. А взагалі хотілося? В тот момент мне казалось, что мне хочется, но потом, когда я начал думать, думаю, что же я делаю? Думаю, ну нет, наверное, все-таки поймут, что я пошутил. Потом я получаю пенсию, мне звонок. Серега, что ты готов? Я говорю, что готов. Ну, прыгнуть же с парашютом. Я же все договорился, сказали, если человек адекватный, то какая разница, видит, не видит. Все равно же с инструктором. Пусть прыгает. Я говорю, да, конечно, готов. Только вот надо что-то маме сказать, чтобы не пугать. А что ты сказал маме? А маме я сказал, что да, я еду в аэроклуб. Говорю, ну мне нужен паспорт. Ну ты понимаешь, говорю, они же там авиаторы, это аэроклуб. Говорю, люди серьезные. Ну, то ты не зізнався в том, что это будет. Конечно, я сказал почти всю правду. Я сказал, что мы едем с баянчиком на шашлыки, сказал примерно, куда мы едем, что это аэроклуб. Все, кроме самого главного, конечно. Что потом сказала мама? Дізнаємося, давай, про стрибок. Понятно, что мы уже приехали, врач очень долго не мог поверить, говорит, вы, наверное, шутите. Ну, нормально, у меня давление 180, то есть прекрасно. Да, и уже когда начали подбираться к самолету, у меня мысль такая, дали бы еще полчаса, я бы точно решил, а еще полчаса. Ну, я бы тогда уж точно решил бы,
могу я или нет. Уже тренируем, значит, какие-то моменты полета, приземления. Ну и потом уже, когда инструктор говорит, так, а теперь, говорит, облокачивайся на меня, пошел. Я не успеваю даже испугаться, какое-то мгновение, и я уже оказываюсь в воздухе. Высота 4200, ветер такой вот, как во сне, только сильнее. Дождь был в этой высоте, и я плыву по воздуху вниз, так как это вот было во сне. Это ощущение полета во сне, ощущение такого воздухоплавания. Воздух такой плотный, как взбитые сливки. Такой вот его прямо вот пощупать так вот можно. Я уже потом понимаю, что бояться поздно, остается только получать удовольствие. 50 секунд свободного полета, потом раскрывается основной парашют, и уже так потихонечку. Потом меня спрашивают, ну как? Я говорю, нормально. Все круто. То есть я встаю, такой слабость, меня шатает, говорить трудно. В общем, такое вот ощущение необычное. Ну, в общем, я не пожалел о том, что я это все-таки сделал, но второго раза, наверное, уже не будет. Добре. Настав той момент, коли ти прийшов додому і сказав: "Мама, я". Петр, отец Димы, моего ученика, мы с ним пришли. Он говорит, ну, Нина Александровна, вам Сережа все расскажет, все хорошо, все было обоюдно, так что все в порядке. Мама не понимает, что расскажет, что обоюдно, откуда вообще такие слова. А это было, кстати, на Пасху, 15 апреля 2012 года на Пасху. И тут я маме протягиваю диск с фильмом и диплом парашютиста. Мама говорит, так это что значит? Я говорю, ну вот это, вот это. Какой диплом парашютиста? Это что, ты прыгал? Я говорю, ну вообще да. Ты что, сдурел? Я говорю, ну ладно, ну что ж, ну уже все, уже все. Ладно, так, сейчас Ира придет, сестра моя Ира. Так, мы это посмотрим, все, и все, больше не хочу, все. Мама, звісно, перелякалася. Напевно, було правильно не сказати їй заздалегідь, оскільки це трибок міг би взагалі не відбутися. Звісно. Ну, зато тепер ми всім це показуємо. Тепер мама заспокоєна? Тепер, звісно, мама так може гордитися, що я все-таки це зробив, в отличие від дуже багатьох. Це стоїть того, ради переворота представлень о своїх можливостях. Прочищає, як некоторые літературні произведення прочищають мозги, так же от парашютний прыжок, він робить іменно таку расстановочку, когда уже какие-то свои дальнейшие не могу и не хочу, уже кажутся смехотворными. Поділись, будь ласка, творчими планами на майбутнє, ось в найближчі дні, сезон, літо, осінь. Ну, есть грандиозные музыкальные замыслы, я пока о них говорить не буду. Я, поскольку человек слепорожденный, я являюсь носителем некого уникального опыта. Я открыт к сотрудничеству, поэтому я обращаюсь ко всем психологам, волонтерам, которые занимаются реабилитацией. Реабилитацией людей, которые теряют зрение, тех, кто, может быть, пострадал в АТО, готов всячески принимать участие в тренингах, разрабатывать подобные тренинги и вместе искать эти ответы. Давайте вместе будем ваш опыт и мой опыт применять так, чтобы это шло на пользу развития общества, на пользу развития нашей страны. Програма «Інклюзивний світ» добігає кінця. Сьогодні спілкувалися із харківським рок-музикантом Сергієм Ковальовим. Над програмою працювали звукорежисер Анастасія Стеценко і ведуча Наталка Мовчан. Будьте уважними один до одного і не бійтеся допомагати.